делаем сегодня для вас влог. Сегодня у нас воскресенье. Привет всем! Привет! Вот, сегодня отдыхаем. Огромная муха там. Ты мороженое ел? Ну-ка, посмотри на меня. У тебя усы выросли. Мы убрали бассейн. Видите, у нас осталось вот такое вот пятнышко. Без травки. Мы хотели засеять травой, но так подумали, что если мы на следующий год опять будем ставить бассейн, то зачем нам сеять травку, если она опять сгниет? Мы так и оставим вот эту землю голую, чтобы на следующий год опять нам поставить бассейн. Да, Бонечка? Солнышко на улице. Ай, прости. Привет. Привет. В общем, мы решили поставить батут. Не знаю, получится, не получится. У нас сейчас там очень много пауков. Все в паутине. Будем ставить или нет? Да. Мы уже передумали, да? Тут в общем, летом у нас здесь будет бассейн. И все остальное время будет у нас стоять батут. Большой. Так вот мы решили. Что ты хотела? Ты блог снимала? Знаешь, тут... Спать? Да. Нет, уже поздно, уже все. У нас уже похолодало. Хоть ну, солнышко нет, светит, но все равно ночью уже спать нельзя здесь. Она 6. Хочет 24 часа на трамплине, что ли? Да. И ночевать? Да. Уже холодно ночью. И тем более комарики, видишь, как тебя любят. Опять знаю. Покусали. Бабушка ночью открыла окно, забыла у себя в комнате закрыть. А можно 24 часа там стоять. Так что вот так вот, ребятушки, такие у нас а дела. А можно только немножко на 6, днем а потом можно, все. А вечером спать дома. Хорошо. Когда тепло, можно. Можно? Да, можно. Сейчас. Ну, попробуй. Можно? Если вы сейчас быстро поставите. Сегодня дождик вроде. Папа, быстро, давай! Кстати, история с велосипедом. Велосипед же Ксюше вернули. Она на следующий день приехала в школу на автобусе. И велосипед стоял на парковке. Будто бы ничего и не случилось. Вот. Поэтому кто-то просто решил поехать домой на велосипеде на нашем. И на следующий день на нем же вернулся и поставил на место. Поэтому велосипед вернули. Но Ксюше решили взять новый велосипед, потому что этот, на котором она ездила, он, во-первых, очень тяжелый, он неудобный для нее. Поэтому бабушка подарила ей другой. Мы снимали как раз этот влог. Я начинала снимать, потом что-то, в общем, у меня не получилось, я не досняла. Но этот кусочек я вам сейчас вставлю, как мы ездили в магазин и какой велосипед мы ей выбрали. Мы приехали за велосипедом. Их тут очень много, всякие разные. А какой Ксюша хочет? Прям такой неоновый, да, желтый цвет? Или это зеленый, или салатовый? А тут даже нельзя купить. А какие это номер колес? Какой у тебя? Самое главное, чтобы он не тяжелый был. Ну, вот такой легкий. Мама, ой, колеса, такой... смотри, какие тонкие колеса. Чтобы ты меня отвезла в школу. Чтобы я тебя отвезла? Ну да, конечно. Вот это. Буду я тебя возить? Нужно это. Вот Ксюша выбрала велосипед. Она сказала, что сюда сядет Ксюша и Маргарита, и я их в школу повезу. Прикольный, да, такой? Электровело. Электровелик. И тут как раз защита, чтобы не выпал никто. Сидушку надо поднимать. Сильно широкий руль? Давай подниму. Так, мы ищем замок. Нам нужен замок, чтобы больше не украли велосипед. О, смотри, это для велосипеда. А за что такое? Это папе. Зачем? Папа сказал. Это сильно большой, да? Надо. Такой вот. Дойдет. Давай шлем возьмем. Такой зелененький. У него же есть шлем. Какой? У него же есть шлем. Смотри, прям к велику подходит. Мама, мне такой шлем не нравится. Почему? Нет. Помери. А это что? И что открывать? Это колеса откручивать. Колеса откручивать? Угу. На всякий случай взяла 3 бутылочки. У Макса есть, взяла тебе одну. У Маргариты есть. Наша мечта купить одну такую. Есть мой старый. Угу. Прикольно, да? 4 метра. Все, семья загрузится и по озеру поплыли. Там акула тебя увидит. 290. Даже сидушка есть. На следующее лето уже. В этом году уже все. Осторожно. Давай, езжай. Сидушку надо поднять. Широкий. Сидушку приподнять, и все, будет замечательно. Так, а теперь проблема в том, что надо как-то его в машину затолкать. И чтобы девчонки еще поместились.
Мы-то думали, в коробке будет. Ты на этом велике домой поедешь, конечно, да? Поехал. Наверное, была плохо прикреплена. Плохо была прикреплена. Теперь у нас вот велосипедный парк такой. Ну, вот этот велосипед, он также остался мой. Я на нем буду ездить, если куда-то нужно. Смотри, если мы все вместе будем выезжать. Но для Ксюши он очень тяжелый. Спасибо. Велопарк у нас теперь. Куда нам это все убирать? У меня будет большой трамплин. Угу. Не знаю, большой или маленький. Кто запустил радугу домой? Откуда она вообще? Она на что-то свет попадает. Ты достать хочешь? Интересно. Отсвечивает от чего-то ярко прям. Да, вот у тебя на руке куда-то попадает. Мне кажется, где-то на велосипед, наверное, там на какую-то эту. Вон, видишь, оранжевая на велосипеде у Каролины. Да. Вон туда на оранжевую штучку попадает и отсвечивает. Это у меня на... Не можем найти пружины. Пружины от трамплина, от батута. Ну все, Макс пошевелил, и радуга ушла. Куда мы эти пружины дели? Фиг его знает. Теперь не найдешь. К нам опять приходит котик чужой и спит на нашем диванчике. Видите, оставляет черную шерсть. Ему нравится очень наш диван. Всю ночь спит там. Откуда ты знаешь, что у тебя кот приходит? Посмотри, он весь в шерсти. Был чистый, я почистила, и опять в шерсти. А утин сегодня? Где? Все, нашли пружинки? Где? Так, чтобы оттуда быть. Где этот кот? Надеюсь. Где кот? Если там еще что-нибудь не сгнило и не потерялось. Вот такой вот тортик мы вчера купили. Там еще с чем остался? Мы вчера карамельный съели. С орешками? Да. Это какой-то ягодный. Это панакота. Панакота. Айс-кейк. Айс-кейк. Си, я тинго льма гранди. Будешь? Не знаю, подумаю. Макс, ты уроки сделал? Вот Макс учится читать. Так же, как и Каролина в прошлом году. Такие буковки. А сейчас не понимаю, как. Да прям не понимаешь. Ага. Я уже тоже научилась по таким лицам читать. Макс, ты уроки сделал? Да. Вчера мне детки принесли такие цветочки красивые. Это я. Ты? Синяя. Вы все срывали, да? Смотри. Здесь есть и подсолнух. Это я. Я не знаю, как это он называется. Это я срывал. Бутонов это я. И вот у нас тут есть поля с цветами. Ой, мама, это очень красиво. Разные-разные мне тут срезали. Целый букет. Такой вот беленький. Очень много разных. Очень много разных. Хотела показать, как у нас Филька любит спать. В раковине. Это его лежанка. Так вот он спит у нас. Тебе удобно, а, Филюш? Удобно? Классная у тебя кроватка прям. Все? Все, процесс пошел? По сбору. Девочки, помогайте. Че сидим? Уже забыли, как собирать? Ну, и шпина. Шпина, нет никаких шпина, они уже убежали. Шпинат. Шпинаты. Уже забыли, как собирать. Он как раз помещается, по-моему, да, вот в этот кружочек? 3 метра, трехметровый у нас батут. Что-то маленький. И бассейн у нас трехметровый. Как держать, если горячо? Я держу нормально, мне не горячо. Почему тебе горячо? Бабуля тоже пришла помогать. Эта штука не испортилась еще? Нормальная? Вроде ничего. Помыли. Последнюю. Все, готово. Каркас почти готов. Осталось дело за малым. Так, а что он здесь какой-то это? Как будто бы немножко внутрь. Не кривой туда. И так и должно быть. Мне нужны, Каролина. Пружинки цепляй. На, цепляй. Они все равно рабочие. Ой. А как их цепляют? А, вот так? Да. Иди, вон ту возьми. Не дотянешься через низ.
Сейчас точно кто-то мокрый окажется. Она тебя брызгала? Да. Дай сюда. Мама, не сюда, бей, дай. Мне брызнуть. Сюда дай. Хватит. Нет, она мне в лицо. Хватит. Мама, да, я мне... Мама, мне... Иди лови ее. Описывалась. Все, она теперь не выйдет. Она будет бояться. Конечно. Бабушка, может быть. Она вон, не надо в стекло брызгать. О, сеточка пошла. Меня не надо, у меня камера. Получишь сейчас, блин. Марго. Мама, брызгай. Не надо, мне не жарко. Сеточку вон побрызгай, помой. По-моему, у нас испортились, мы выбросили эти, да, которые по бокам, да, защитные. Все... А вон они там валяются. Получается? Да. Ага. Молодцы. Каролина, оттуда надо начинать. Каролина, Каро. Ничего. Оттуда, потому что, может быть, неправильно посчитали, и потом лишнее будет либо не хватать. Тяжело. Все, готово? Нормально? Да. Дай маме. Дай маме. Давай. Защита. Ага. Нужно потом помыть водичкой. Всю грязную. Да, Каролина, осторожно. Еще не готова. Сколько у нас? Когда мы последний раз у нас батут стоял? Год, по-моему, да, не ставили? Осторожно. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Мама. Так, мы уже почти закончили. Осталось натянуть сетку и все. Мама, последние штрихи. А? Можно я тут тест? Можно. До вечера. Да. 5. Угу. Можно тут подушки? Такая сетка как будто немножко меньше стала. Она очень натянута. Мам, либо можно она подушки? От солнца, от жары. Все, а готово. Детям весело, самое главное. Видите, вот эти палки как сгинаются, потому что сетка уменьшилась в размере. Мне кажется, новую надо купить. Ему нельзя тут. У тебя волосы, конечно. Я знаю. Мне тоже. Ему нельзя с нами прыгать. Макс, отойди. Волосы. Мама, его волосы. На, иди шерифты к себе. Можно маму. Ну, Синя. Скотный. Куда уходит? Больно. Надо сначала потренироваться, на попу падай сначала. Мы Маргушу спиливаем ногти. Покажи вот тут. Такие вот у нее. В принципе, не сильно длинные, но ей неудобно. Для... С чего вы там лепите? С глины или с чего? В общем, у нее... Да, труды у нее. Они там с керамики что-то делали. В общем, ей неудобно. Она когда лепит, у тебя это отпечатки, да, от ногтей? Сложно. Поэтому, да, сложно. Потому очень. Что нам нужно такие вазочки. Да, аккуратные делать. Да. А, вы на этом, на станке, да? Ну, не всегда. На станке керамические вот эти вот горшки разные. Все, в итоге мы сняли цвет тоже. Ставили такие коротенькие. Все? Ой, давайте, идите, время уже пол восьмого, в душ, собираться, в школу и спать.
Кто тут мороженое кушал на полу? Убираем. Чесываемся, чистим зубки. Не ковыряй болячку, Каролина. Потом шрам будет большой. Шрам будет большой, если будешь ковырять. Она сама должна отвалиться. Она чешется, потому что заживает. Понимаешь? И болит. Болит, потому что ты ковыряешь. А если ты не будешь ковырять, она сама высохнет и отпадет. Возле почеши, не прям саму болячку, а возле нее. Она расковыряла все себе болячки. Не может прям. Ксюша тоже ковыряет у нас. Увидит какую-нибудь болячку, все, сразу ковыряет ее. И она так снимает. Прям не может. Ой, что-то у тебя тут запуталось. Искупались, волосы помыли. Так, ты пока зубы чисти, пока я тебе это расчесываю. Ой, сейчас волосы наплюю аж, Каролина. Давай, давай, мой водой. Следующий на подходе. Нет. Макс. Нет. Да, давайте. Нет. Я вам подготовила щеточку зубную. Давай. Завтра утром вставать, да? Так. Ну, давай быстро держи. А что буду кушать? Завтра? Я тебе дам. Что ты будешь кушать? Нет, школу. Я тебе дам бутербродик с сыром. Нет. Только сыр. Только с сыром. Я знаю, что ты колбасу не ешь. Давай, чисть зубки. Что ты его чешешь? Давай, все, у него и так уже торчит ежик. Ну-ка, у вас одинаковый цвет волос или разный? Ну-ка, поближе встань. По-моему, мне кажется, что у Макса светлее. Поближе встань, вот так, смотрите. Ну, у меня сейчас крашеный волос, поэтому я не знаю. А я? Эти вот корни, они уже мои, а вот это вот крашеное. Мне кажется, ты потемнее все-таки. Папа тоже. Ты потемнее, да. Все, давай, кровать. Бегом. Бегом, бегом. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Обязательно нужно перед сном его покормить, иначе он спать не даст. Ну-ка, кушает. Купили ему недавно вот такую вот чашку. Видите, она такая тяжелая, керамическая. С водичкой. Потому что он переворачивает. И здесь было все мокро. А теперь все. Она устойчивая, тяжелая, не переворачивается. Но там только лапки мочит свои. Так, мне нужно, как всегда, помыть посуду. Все убрать, чтобы было чистенько. И спать. Меня тут спрашивали недавно, почему я споласкиваю посуду под краном и потом ее складываю в машинку, если можно сразу ее сложить и мыть. Есть остатки еды, их нужно обязательно смыть водой, потому что потом машинка может засориться. Поэтому я слегка, поэтому я быстренько ее вот так вот споласкиваю, и все, и в машинку. Вот и все. Вот это отверстие, если попадет, то засорится. В общем, мне захотелось гречки с молоком. Гречку отдельно варю, потом молоко добавляю. Молочко. Сахарок. Все. Вот. Вот. И именно холодное я не грею. Мне нравится в холодном виде. Сахар долго будет растворяться. Время 11 часов, я кушать сажусь. От гречки ничего такого не будет плохого. Утюю, сразу пришел. Все, я, в общем, села смотреть Pinterest. Здесь смотрю разные идеи для маникюра, кстати, очень много. И вообще, не знаю, у меня здесь рецепты. Больше всего рецептов и маникюра. Спрашивали меня, где я беру рецепты. Беру рецепты вот именно здесь, Pinterest. Вот такое приложение. Вот оно, Pinterest. Ты деловой. Вот
Ты чего целишься в мою тарелку? С другой стороны, сейчас подойдет. Не дам я тебе.